Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня мы с вами опять едем в аэропорт. Только в этот раз мы никуда не летим. Я еду встречать своего сынишку. Он был в Орландо, гостил у своего папы. Решила мужа не будить. Он у меня по ночам работает. Поэтому решила съездить одна. И заодно показать вам, как добраться до аэропорта Кеннеди общественным транспортом. Ну что, поехали? Зима у нас в этом году, но совсем не зимняя. Дождливая, теплая. Как видите, у нас только прошел дождик, только закончился. Я иду на метро. Итак, мои дорогие зрители, это видео будет особенно полезно для тех, кто, ну, допустим, первый раз приехал в Нью-Йорк и решил не тратиться на такси и добраться до аэропорта Кеннеди на общественном транспорте. Итак, что нам для этого нужно? Прежде всего, ну, нам нужно найти ветку метро И, или по-русски Е. Как видите, она синего цвета. Спускаемся в подземку. Друзья, одноразовый проезд метро вам будет стоить $2.75. Следующее, что мы сделаем, друзья, это выберем правильное направление. Направление Джамейка. Как видите, вверху написано «Джамейка». Не заблудитесь, пожалуйста. Если вы выберете направление Манхэттен, то вы уедете в абсолютно противоположную сторону. А вот как раз и нужный нам поезд «Е» или по-английски «И». Как видите, ребята, на табло написаны все остановки. Остановка, на которой нам нужно выходить, называется Sapphire Boulevard. Будьте внимательны, не пропустите свою остановку. Далее, что мы делаем, ребята, это здесь же в подземке ищем указатели, где написано AirTrain. То есть мы сейчас будем с вами идти на AirTrain, чтобы добраться до самого аэропорта. Как видите, вот так выглядит этот указатель. Написано AirTrain. Кстати, этих указателей здесь, ну, просто на каждом шагу. Так что заблудиться здесь невозможно. Как видите, и еще один указатель AirTrain JFK. И мы движемся дальше. И еще один указатель. А здесь, друзья, можно подняться наверх или на эскалаторе, или на лифте. Хотела зайти в лифт. В лифте очень много китайцев. Думала, да нет, лучше я пойду пешком по улице. И еще один эскалатор, ребята, который нас уже поднимет к самому AirTrain, воздушному поезду. Вот так выглядит вход и турникеты воздушного поезда. Оплачиваем проезд за воздушный поезд.
который нам обойдется в $7.75. И как вы увидели, друзья, общая сумма за наш проезд составила $10.50. Для того, чтобы оплатить проезд воздушного поезда, нам нужно пополнить нашу карточку метро. Что мы сейчас и делаем. Вот так, ребятки, выглядит наш воздушный поезд в Нью-Йорке, на котором мы и доберемся до нужного мне 5-го терминала. Как видите, друзья, абсолютно несложно добраться до аэропорта на общественном транспорте. Главное, следуйте указателям или следуйте моему видео. А я уже добралась до своего 5-го терминала. Сыночек только что написал мне, что он уже приземлился. Самолет прилетел даже раньше на 15 минут. Так что я иду встречать сынулю. Мой сынуля любимый, соскучилась за ним. Все, выключаю камеру, потому что не любит он сниматься. Все, всем пока-пока.